вот такой вот шезлонг. Шезлонг качается вручную. Также можно ножку зафиксировать и поставить, чтобы, например, вам надо покормить малыша в положении сидя. Можно использовать с рождения. Также спинка у такого шезлонга поднимается, и малыша можно уже посадить. Получается вот такое вот кресло. Также дуга сверху снимается. Игрушечки убираются. И такой же шезлонг можно использовать как переноску, если вам надо с одной комнаты куда-то перенести в другую. Все, скорее спешите к нам за такой очень удобной и нужной вещичкой.